Марселу Ребелу де Соуза вступил в должность нового президента Португалии. Он сменил на этом посту Анибала Каваку Силву. На выборах, прошедших 24 января, де Соуза опередил 9 соперников и набрал 52% голосов избирателей. Во время предвыборной кампании будущий президент обещал приложить максимум усилий, чтобы гарантировать стабильную работу правительства, пока страна выходит из глубокого экономического и социального кризиса. Без аккуратности и финансовой прозрачности риск возвращения к кризису и его продолжения существенно возрастают, заявил он, выступая в парламенте. Сразу после инаугурации президент встретился с премьер-министром страны Антонио Коштой и принял поздравления главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Марсело Ребело де Соуза считается одним из самых обаятельных политиков Португалии. Накануне выборов он ходил по улицам, разговаривал с избирателями и обнимал их, поскольку, по словам президента, людям не хватает любви.